Мероприятие началось с минуты молчания, после которой к собравшимся обратились депутаты, представители духовенства, ветераны, руководство района. Я хотел бы прежде всего пожелать ветеранам войны, которые остаются сегодня в строю, еще долгих лет жизни, хорошей, нормальной, обеспеченной жизни, чтобы каждый из нас, помня те великие подвиги этих людей, помогал им, отдавал дань уважения. В торжественном митинге также приняли участие представители делегации из Болгарии, посетившие Ленинский район с дружеским визитом. Я поздравляю вас, НЕС, во имя ветеранов, во имя героев, чтоб паши более брани. Слава Великой Братской народа, слава России, слава и Болгарии. В торжественном карауле рядом с бойцами 5-й бригады противовоздушной обороны вытянулись по стойке смирно юные участники военно-патриотического клуба. Прадед воевал, дошел до Берлина, но он погиб 8 мая. Ученики Видновской школы номер 6 выступили с литературной композицией, посвященной 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Еще, когда нас не было на свете, тогда гремел салют из края в край. Солдаты, подарили вы планете Великий май, победный май. После торжественного митинга собравшиеся возложили живые цветы и венки к мемориалу, посвященному павшим воинам. Такие мероприятия, которые мы проводим, вот и ежегодно мы проводим митинги, праздничные мероприятия, встречи, приемы, концерты, выставки. Это все ради того, чтобы помнить и не забывать. И не дать никому никакой возможности коверкать или изложить историю по-другому. Благодаря подвигу воинов, защищавших нашу землю, теперь здесь звучат только выстрелы салюта. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.